Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является главной ежегодной молодежной площадкой, на которой каждый желающий может представить и защитить свой проект. 5 апреля прошла очная защита проектов участников площадки территории архитектуры и искусства Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Очные защиты проектов прошли по 10 площадкам в министерствах и ведомствах республики. Участники форума презентовали свои идеи экспертным комиссиям. В качестве экспертов выступили представители государственной власти Татарстана, общественные деятели, успешные предприниматели, представители культуры. В этом году к очной защите было рекомендовано более 200 проектов из 1195 заявленных по тематическим площадкам. Например, территория инноваций, архитектуры, искусства, территория предпринимательства. Свои проекты защитили студенты Казанского федерального. Имена финалистов форума будут объявлены 8 апреля. Проекты финалистов будут представлены на финальной выставке форума, которая пройдет с 21 по 23 апреля в Казанском IT-парке. Там же состоится награждение победителей. Анастасия Иванова, Универньюз.